находимся на одном из военных аэродромов, которые принято называть запасными. Здесь не дислоцируются летные части, но от этого роль подобных взлетно-посадочных полос не уменьшается, ведь чем шире инфраструктура ВВС, тем неуязвимее авиация. С минуты на минуту ожидается прибытие сюда истребителей. Взлетно-посадочную полосу к эксплуатации тщательно готовят инженерные службы. Ил-76 доставил вооружение и оборудование. Аэродром полностью оживает в течение нескольких минут. И вот сейчас за моей спиной заходит на посадку первый МиГ-29. Выполняли перелет с аэродрома Баранович на оперативный аэродром Боровцы. Задание, в общем-то, для опытного летчика не сложное. Погода хорошая, настроение боевое. Всего сюда перелетели 4 авиационных комплекса. На стационарном аэродроме они могут стать идеальной мишенью для ракет неприятеля. После рассредоточения вероятность сохранить машины значительно повышается. На новом месте истребители заступают на боевое дежурство. Задача – прикрыть район от нападения с воздуха. Личный состав будет выполнять задачу автономно, то есть под управлением единого командного центра, но в отрыве от постоянных мест дислокации. В ходе тренировки поменяли место дислокации авиаторы и других авиабаз. Вертолетчики из Пружан переместились в Бобруйск, штурмовая авиация – в Лунинец. При этом летчики отработали вопросы перехвата воздушных целей, провели бомбометание на Ружанском полигоне. Столь масштабная тренировка с использованием запасных аэродромов проведена в белорусских ВВС впервые. Константин Гагарин, Валерий Шульга, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».